Обращение по качеству и доступности медицинской помощи теперь можно направить в единый контактный центр, который открылся в Минздраве Республики. Все желающие могут задать вопросы, касающиеся также лекарственного обеспечения и других сфер регионального здравоохранения. На звонки одновременно отвечают 4 оператора. В их роли выступают добровольцы-волонтеры, это студенты-медики. Обращения граждан позволят своевременно выявлять проблемы в работе учреждения и обеспечат обратную связь с пациентами.